Всем привет на канале Мосолим. Сегодня в работе у нас автомобиль Kia Rio. Разобрали уже автомобиль, поверхность подготовили к проклейке. Вся поверхность обезжирилась. Посмотрим на штатную шумоизоляцию. Разобран на автомобиле двери. Небольшой кусочек вибра производитель двери добавил. Но это неэффективно. По салону то же самое, в каком-то хаотичном, непонятном порядке добавлена вибра, о которой нет смысла. Все надо дополнительно проклеивать, обесшумливать, чем сейчас и будем заниматься на данном автомобиле. Все, приступаем к работе. Разобрали крышу на Kia Rio. Обзор штатной шумоизоляции. Вот таких два кусочка какой-то ткани производитель приклеил. И небольшой кусочек вибра. Я не знаю, полумиллиметровой толщины, которого, конечно, смысла на такую площадь абсолютно нет. Сейчас все это зачистим, обезжирим и будем проклеивать. Заканчиваю проклейку крыши на автомобиле Kia Rio. Проклеили первый слой виброматериал, шумов. Все прокатали и клеим второй шумопоглощающий слой. Сейчас доклеиваем и будем собирать. Закончили проклейку Kia Rio вибропоглощающими материалами. Проклеили салон. Все прокатали валиком. Нанесли первый слой двери, проклеили. То же самое, все прокатано в обязательном порядке. Вот так у нас все это выглядит по салону. Проклеили багажник. Здесь у нас стоит газовый баллон. Ну, максимально все проклеено виброматериалом и прокатано валиком. Арочки проклеили усиленным материалом, предварительно разогрев его до нужной температуры, и прокатали валиком. То же самое по этой стороне. Все проклеено и прокатано. Продолжаем работу. Закончили проклейку Kia шумопоглощающими материалами. Проклеили салон. Проклеили двери. Так, одним листом сплошным все клеится на двери. Салон. И, конечно, проклеили все, весь багажник. Проклеили арочки, крылья. То же самое по этой стороне. Все, автомобиль готов. Будем собирать салон. Закончили сборку салона Kia. После шумоизоляции весь пластик, все детали автомобиля сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора, разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.